Господин президент, хочу к вам обратиться как гаранту Конституции. Я у вас прошу справедливости в отношении меня и всех тех, кого задержали в январские события. Меня обвиняют, обливают грязью. Уже даже без решения суда уже называют виновным, что я совершил, сделал, что якобы я задерживал невинных людей. И, господин президент, прошу вас на контроль, возьмите это дело и посмотрите, то, что в эти трудные дни для нашей страны и народа я был на страже закона, защищал народ, защищал страну, пытался, весь мой умысел был направлен для того, чтобы был мирный диалог между государством и народом, то, чтобы не пролилась невинная кровь сотрудников правоохранительных органов. Одна из бандитских группировок, довольно многочисленная, проживала в пятизвездном отеле в Алма-Ате. Кто оплачивал им это все? И расположила свой командный штаб на первом этаже гостиницы «Казахстан». Угу. Сейчас ведется следствие, допрашиваются люди. Вскрываются такие факты, которые раньше трудно было себе представить.